Я всех приветствую. Вы на канале «Дом под соснами», и меня зовут Светлана. Сегодня 1 октября, замечательная погода, и начинаю потихоньку закрывать сезон. С однолетниками я уже распрощалась, но есть цветы, которые еще радуют. Сейчас я вам все покажу. Метельчатые гортензии, буквально два заморозка, и превратились в золотые. Все, конечно, стали не очень привлекательные, но все равно еще радуют. Да, метельчатые гортензии не выдержали заморозка. Моментально все потемнели. Алисум цветет. А вот крупнолистные гортензии, как ни странно, все у них хорошо. И морозом не прихватило. Цветут себе потихоньку. Это все однолетние малыши из моих черенков. И вот еще одна красотка, которая действительно радует. Это бругмансия. Как же она хороша. Абсолютно не капризное растение. Цвело все лето. Правда, не постоянно, а волной. Поцветет, поцветет, отдохнет. Опять поцветет. Ну и сейчас вот она выбросила просто огромное количество цветов. Еще куча бутонов, так что еще порадует, если морозы не наступят. Ну, конечно, надо смотреть за ночными температурами. А как она выглядит ночью, сейчас покажу. Я решила немножко себе продлить лето, и поэтому всю красоту перетащила в теплицу. Это, конечно же, фуксия. По-моему, у них открылось второе дыхание, и они решили цвести бесконечно. Кусты просто огроменные. Так что вот, стоят, меня радуют. Это сорт Маринка. Ну, для меня это, наверное, самый любимый сорт. Самый неприхотливый, самый обильно цветущий. Молодец. Маленькое деревце мое на штамбе еще только собирается распуститься, поэтому придется его подержать. Кто-то уже, конечно, завял, а кто-то еще играется. Маленькая лобелия после обрезки тоже решила начать вторую жизнь. А еще у меня новый сорт фуксии. Смотрите, какой цветок. Название не помню. Очень крупный. И красивый. Ну и вот это, конечно, тоже красотка. Странно, один сорт, цветы все разного цвета. Как это бывает, непонятно. Но вот с этой красотой я вообще не представляю, как расстаться. Колиусы, это, конечно, но это костер.
Как же они хороши. Аватар раскрасился. Яркий, красивый. Вот такая красота. Ну и решила себя немножко побаловать, поэкспериментировать. Посадила огурцы. Ну, вижу, что чувствуют они себя не очень. Все-таки им холодновато. Так что этот эксперимент, ну, совсем неудачный. Пиретрум решила зацвести, когда уже совсем холодно. Ну и последняя маленькая радость – это, конечно, роза. Хотя и не успеет зацвести. Вот кто ничего не боится, никаких морозов, чувствует себя замечательно. Вот уж точно, зимой и летом одним цветом. Дружок! Ты пришел помогать? Ты мой хороший. Даже грибы еще растут. Ходила-бродила, смотрю, рыжик. Малыш. Это уже последние. Да чего ж красиво осень. Особенно, когда она теплая, солнечная. На этом я с вами прощаюсь. Всего всем самого доброго и всем здоровья!